Да, Дуда, плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей, и мы играем в игру так, про вирусы, да, про бактерии, значит, основная игра. Угу, играем. Играем за бактерию. Продолжить, и выбираем средний уровень трудности. Назовем нашу бактерию Корона-барона. Корона-барона. А, у меня клапсток включенный. Ладно. Барона. Да, Корона-барона. Нормальное название бактерии. Добро пожаловать в игру Plague Incorporation. Вы бактерия. Для победы вам нужно развиваться, распространяться по всему миру и уничтожать людей. Давайте выберем точку, где будет у нас бактерия. У нас будет бактерия в Китае. Выберем место. Давайте здесь, возле порта. Порт Китая. Есть. У нас один зараженный есть. Корона-барона распространилась на страну Китай. Хорошо. Собираем очки. И ждем заражения. О-о-о-о, три человека уже заразилось. Китай. О, нифига, подожди. Алло, как они здесь начали развиваться, если я вообще в другой части страны посидел? Самолетами, что ли? Ну ладно. Ждем. Заражение пока у нас в Китае идет. Хорошо. Значит, у нас статистика, только-только начало развития. Пути передачи, симптомы, умения. Пока мы это все не трогаем. Ждем. Корона-барона начинает распространяться. Передается от человека к человеку. В стране Китай численность зараженных растет в геометрической прогрессии. Вы можете управлять болезнью, изменяя ее характеристики. Характеристики. Щелкайте оранжевые пузырьки, чтобы получить очки ДНК. Хорошо, будем щелкать. В Китае пока заражен 23 человека. У нас есть 9 очков уже. Ага, 11. Сейчас делаем мы, знаешь что? Заразность увеличим. Пути передачи по воздуху. Или по голубям. Или по крысам. Не, давай пока просто по воздуху. Хорошо. Ага. Ждем. Ждем заражения. По воздуху уже стали быстрее распространяться наши бактерии. Ага, 80 человек заражено. Но в других странах пока заражения нет. Еврозона близка к распаду. Политики подтвердили, что политическая близорукость и преследование собственных узких интересов могут привести к полному краху еврозоны. Вот такая информация. Ага. Так, какие вирусы? Вирус уже, что ли? У меня же бактерия была, нет? Вирус корона-барона заразил сотни людей. Вирус корона-барона заразил сотни людей в Китае. Да, 200 человек всего лишь. Давайте увеличим заражаемость. Так, а ну-ка, пути передачи. А, по воде. Развиваем. Угу. У нас теперь есть по воде и по воздуху распространение. А вообще нужно, знаешь, что сделать? Мне нужно умение развивать еще. Умение устойчивость к бактериям. У бактерий создается оболочка для защиты от любых климатических условий. Развить. Все. Любые климатические условия, ребята. Это обозначает то, что бактерия будет везде, в любых климатических условиях развиваться. Поэтому ждем. Увеличим скорость. И ждем, пока бактерия распространиться на другие страны. А корона-барона заражает людей тысячами. Хорошо. 6 тысяч человек в Китае заражено. Но это еще не слишком много. Но уже 12, смотри, как в прогрессии-то идет заражение. Нормально. Хорошо. 23 тысячи. Болезнь корона-барона пришла в страну Центр Азия.
Центральная Азия заразилась. Отлично. Это что у нас за страна такая? А, Центральная Азия. Типа Узбекистан, по идее. Это не Узбекистан, это что-то такое. А это Афганистан, наверное, да. Ага. Хорошо. В Афганистане теперь. Так, когда заражает новую страну, инфекция, появляются красные пузыри. Их тоже нужно будет нажимать. Коронаборона заражает все больше стран. Коронаборона заражает все больше и больше стран. Развивайте пути передачи. Пути передачи у меня развиты уже и по воздуху, и по воде. Вау! Смотри, даже наша Россия заряжена. Так, заразнее туберкулеза. Болезнь коронаборона заразила больше людей, чем туберкулез. Это очень заразная болезнь. Россиюшка, 7 человек только. Австралия. А в меню «Мир» имеются ценные данные. Болезнь коронаборона начинает распространяться по всему миру. Используйте кнопку «Мир», чтобы посмотреть список зараженных стран. Хорошо. Кнопка «Мир». А, вот смотри, какие страны у нас заражены. Нормально, да? Китай. Информация о стране. Опа. Так, их нужно собирать. Австралия. Медицина тормозит заражение. Австралия богатая страна с развитой. Ну понятно, там у них все развито, и они будут поменьше там. Ой, подожди, на паузу нажму. И соберем. А, в смысле? Алло! Я же на паузу нажимал. А, смотри, нажимаю на паузу, начинаю нажимать на эти красные штучки, и пауза снимается. Опачки. Англия заразилась, нормально. Хорошо. Очков у нас болезней много. Мы не будем их пока тратить. Мы постараемся всех заразить, кого только можно. А потом уже будем делать. Надо все страны заразить, короче, алло, точно. Все страны. И там потом будем делать, чтобы было контактное заражение улучшенное. Улучшенная. Симптом киста мутировал. Болезнь коронаборона мутировала и приобрела симптом киста. Так, это мне не надо. Алло. Это симптомы. Киста. Это убираем. Откат. Да-да-да. Откат делаем. Нам не надо никаких пока симптомов. Симптоматика должна быть вообще на минимуме. Посмотрим сейчас. Весь мир. Нет, не весь мир заражен еще. Еще куча чего не заражено. Угу. Пускай заражается больше. Ждем. Увеличим скорость. Ждем заражения. Ну, потихонечку, потихонечку заражаются люди. Потихонечку, потихонечку. Знаешь, что надо сделать? Надо все-таки пути передачи от домашних животных сделать. Правильно? Сейчас домашние животные. Мясо. Допустим, свинина. Говядина. Различные другие мясо продают же. Делают на экспорт. Некоторые страны импортируют это все дело. И, по идее, будут заражаться быстрее. Да, смотри, заражение пошло быстрее намного. Опа, есть. А затем, когда все заразятся, вот тогда мы начнем свое темное дело. Темное дело. Ждем. Ну, смотри, не так быстро, конечно, заражается, как хотелось бы. Новый закон о крупном рогатом скоте. А новые правила транспортировки и гигиены домашнего скота сделали сельские районы менее подвержены заражению. Да ё-моё! Домашний скот 1. Домашний скот разносит инфекцию. Повышается вероятность мутации болезни и ее заразность, особенно в сельских странах. Нет, не будем. Давай голубей сделаем. 15. Голуби по 15. Птицы становятся переносчиками инфекции. Или насекомые. Насекомые становятся разносчиками инфекции. Болезнь лучше распространяется в жарких странах. Да.
жарких странах. Отлично. У нас жаркие страны, смотри. У нас Африка вся стоит. У нас Южная Америка вся стоит. Пускай там тоже появляется. Вот в Африке пошло. Комарики, а в Африке комаров куча. А, подожди, симптом мутировал. В смысле, симптомы? Так, убираем, откат. Конечно же, нафиг. Не знаю, успел или нет. Я надеюсь, сейчас врачи не начнут ничего предпринимать. Вот эти вот бесплатные всякие навыки, они на руку нам не играют. Потому что врачи начинают очухиваться и лечить болезнь. Так, это соберем. А заразнее обычной простуды. Болезнь коронабарона заразила больше людей, чем обычная простуда. Это невероятно заразная болезнь. Хорошо. Опа. Собираем. Есть. У нас какая-то страна маленькая, она не открывается даже, смотри. К сожалению. Это какой-нибудь Гондурас, наверное, нет? Ой-ой-ой-ой-ой, это собираем. Ага, Норвегия, отлично. А Колумбия, это Колумбия, а не Гондурас. О, Германия оплакивает жертв землетрясения. Ущерб миллиарды долларов нанесен стране Германия. Потребуются годы, чтобы восполнить ущерб, нанесенный тысячам компаний и научно-исследовательских учреждений. Научно-исследовательских, ребята. Это хорошо. Ой, очков навыков у нас дофига. Смотри, скоро переполнится, наверное, да? Типа, если переполнится, то что будет? Я не знаю. Нет, 100. Пока 100. Может, типа, больше не будет. О, 105 нормально. 110. 111. Ну, пока заражаются. А, симптом сыпь мутировал. Так, симптоматика не нужна. Не нужна. Откат делаем. Делаем откат. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы было все бессимптомно. И у нас пока, да, еще не все страны, смотри, заразились. Не все страны заразились, это не очень хорошо. Нам нужно быстрее это все делать. Ой-ой-ой-ой-ой, я так быстро не успею. Так, на средней скорости будем делать. Вот, отлично. Еще одна страна южная, смотри. А Норвегия празднует фестиваль любви. А Норвегия проводит фестиваль любви вместо международного дня поцелуев. Критики подвергают сомнению гигиенические нормы. О, Мадагаскар заразился. А, все, смотри, здесь у нас практически все заражены. Это хорошо. Подожди, знаешь, что я сейчас делаю? Ага, мы сейчас сделаем еще комары 2.0. Комары 2.0. Где у нас пути передачи? Вот комары. Повышается скорость передачи болезни через насекомых. Повышается вероятность мутации и заразность, особенно в жарких странах. 24 очка стоят? Нет, ребята. Мы лучше крысок сделаем. Вот. Крысы сделаем. Все, пускай через крыс теперь. Через крыс пускай заражаются. Опа, опа. А симптом кашель мутировал. Нет, не нужно нам ничего мутировать. Симптоматику убираем. Кашель. Кашель, подожди. Или уже можем... Ну, даже у нас, кажется, не весь мир заражен. Осталось две страны. Или пускай... Ну, ладно, пусть... Ладно, пусть кашель-то кашель. Начнем уже потихонечку. Начнем потихонечку уже заражать, потому что кашель заражает ужасно как быстро. Смотри, кашель. А, возможность заражения путем распространения патогена в окружающую среду, особенно в городах высокой плотностью населения. И еще у нас есть воспаление легочной ткани. Люди в холодных странах особенно уязвимы, нет? А выделяемая при чихании слизь значительно увеличивает количество инфицированных. Да, чихание, слизь, инфицирование. Головной мозг, повышение температуры и тяжелое обезвоживание может привести к летальному исходу. Пока это не будем использовать. Опачки.
а новая легкая болезнь все распространяется. Врачи в стране Турция нашли новую болезнь, названную корона-барона. Она кажется безобидной, но ее необходимо изучить дальше. Другие страны также сообщили об этой болезни. Это не очень хорошо, потому что у нас пока не весь мир заражен тут, а в принципе у нас осталось Карибы, Марокко, Алжир. Три страны. Блин, где они там расположены? Вот у нас. А, ну вот они, страны. А Карибы где? А Карибы даже не показываются на карте, ну ничего страшного. Я надеюсь, мы их заразим. Ну, пока... Почему не весь мир еще заражен? Алло. А, начали умирать, смотри. В смысле, 1142 человека умерло? Офигеть. Смотри, умерло сколько? Так, а ну-ка. Видишь, смотри, умерло сколько? Но пока еще не все заражены. Но болезнь уже нашли. А, симптом лихорадка мутировал. Болезнь корона-барона мутировал и приобрела симптом лихорадка. Лихорадка? Лихорадка. Поражение эпидермиса приводит к появлению больших открытых ран и значительному росту заразности. Развиваем. Дальше. Больше участки пораженной ткани становятся фатальными источниками гангрены. Заразиться можно и от трупов. А, ну или вот это, подавление иммунитета. Заражение лимфоцитов подавляет иммунную систему и вызывает мутации. Может быть смертельно. А, давай умение прокачаем. Умение... Ага, от антибиотиков. И умение... в условиях высоких температур в жарком климате. Все, пока ждем. Пока ждем, ничего не трогаем. О, Мексика, первая смерть от болезни. А в смысле у меня здесь 1500 умерло написано, нет? Первая смерть от болезни корона-барона подтверждена в стране Мексика. Стечение обстоятельств или начало катастрофы? Ничего не знаю. Мексика... Ах ты, Мексика, ты зараза. Мексика, начатая работа над лекарством. Ага. Мексика поручает медикам разработать лекарства от болезни корона-барона. Но без должного финансирования, поэтому у них денег нет, поэтому не сильно быстро это все будет развиваться. Мы сейчас делаем пути передачи через птичек. Через птичек. Симптомы. У меня вот это есть, да? А давай вот от трупов. Заразиться можно и от трупов. Развиваем. Головной мозг. Резкое снижение объема крови вызывает кислородное голодание, потерю сознания и смерть. Нет, мы пока это не будем трогать. А умение мы раскрутим на... патоген выживает в условиях низких температур в холодном климате. Не знаю зачем. Ну, тут же у нас северные страны еще пока не сильно заразились. О, Россия закрывает аэропорты. Россия первая страна, которая попытается ограничить распространение болезни корона-барона, закрывает границы. Поможет ли это, покажет время. А у России там практически все заражены. Германия. В стране началась разруха. Повседневная жизнь в стране Германия начинает расстраиваться из-за болезни корона-барона. Замедлилась разработка лекарства. Хорошо. Так, но в мире пока еще не все заразились. Совет, боритесь с разработкой лекарства. Да, конечно, конечно. Сейчас мы будем делать умение. Патоген труднее подается анализу в лабораториях. Так, развиваем. Патоген не воспроизводится в лабораторных условиях. Уменьшает скорость будущих исследований. Развиваем. Ну и все, у нас, в принципе, очков больше нету. Все, развили. И здесь мы потом будем все улучшать. Это что у нас получается? Подавление иммунитета. Заражение лимфоцитов подавляет иммунную систему, повышает мутации. Может быть смертельно. Тоже развиваем. Ну что ж, получим, посмотрим. Оба! Погибло больше людей от черной смерти. Корона-барона нормально. А корона-барона убивает очень быстро. В стране Канада люди умирают быстрее, чем заражаются. О, это плохо. Это плохо, что они быстрее умирают, чем заражаются. И мы ничего больше развить не можем. Да, что-то я, наверное, перестарался. Перестарался с этим. А погибло больше людей, чем от испанки. Ладно.
Немножко я перестарался, что они там быстрее умирают. О, приоритет всего мира — разработка лекарства. Это плохо. А север, вот северные страны наши. Это южные страны. Это у нас что? А, засушливые страны. Это у нас что такое? А, дождливые страны. Это у нас бедные страны. Ага. Это у нас... Одну секунду. Богатые страны. Это богатые страны? Ага. Это у нас какие? Аграрные страны. А, нет, давай вот эти уберем. Подожди, в смысле, а где бедные страны? Ага, бедные страны. Все увидели бедные страны? Мы богатая страна. Ну что ж, тут заражение в Канаде вообще что-то маленькое. Давай посмотрим. Ну, заражаются все равно. Все равно в Канаде заражаются. Но пока не сильно и много. А симптом — геморрагический шок мутировал. Болезнь коронабарона мутировала и приобрела симптом — геморрагический шок. Без траты очков ДНК. Ну, ладно, ничего страшного, пойдет нормально. Так, ну все равно в Канаде заражается. А у нас, подожди, у нас весь мир заражен? Да, весь мир заражен. 24% умерло, нормально. А коронабарона под санитарным надзором. Мне нужно распространение болезни. Пути передачи увеличим. Давай выберем воздух, разовьем еще больше. А птиц разовьем еще больше. Комары. Так, денег уже нет. Симптомы, симптомы. Будем потом... 32 очка нужно мне добыть, чтобы уже потом сделать, чтобы умирали от сердца. О, пошли умирать. Щелкайте синие пузырьки. Хорошо. Раз. Два. Так, разработка лекарства завершена на 50%. Офигеть. Офигеть просто. Англия. В стране анархия. Подожди, надо, значит, что сделать? Пути передачи увеличим. Комары, комары. Давай воду увеличим. Патоген, да, по воде. Или по воздуху. Нет, по воде развиваем. А это что у нас? Проникает через воздушные и водные фильтры. Улучшается распространение во влажных и засушливых климатов. Тоже развиваем, посмотрим, что это нам даст. То, что у нас, смотри, Канада практически не заражена. Опа. Ну и умирает у меня, смотри. О, да, Канада вообще плохо, плохо заражена. Надо заражать побольше ее. Опа. В Канаде, в Канаде. Ну, смотри, заражение пошло в Канаде. Потихонечку, но заражение пошло. А, увеличим заражение через крыс. И либо, либо мы умение сделаем вот в холодном климате увеличим. Да. Ага, оболочка утолщается и повышается живучесть в любых климатических условиях. Да. Второе. Оболочка становится практически неуязвимой, чтобы что повышает ее живучесть в любых климатических условиях. Надо вот это вот развивать всегда. Опа, опа. Канада, Канада пошла, смотри, пошла, пошла, пошла. И заражается, и умирает нормально по скорости. В мире не осталось здоровых людей. Последний здоровый человек на планете недавно заразился болезнью и умер от короны барона. Че, правда, что ли? Так, 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 собираем вот эти вот синие колпачки. Неужели все умерли уже? Алло, подожди, мир... Офигеть, смотри, сколько стран умерло. Вообще все повымирали. Вот остался Египет, Мадагаскар. А ну. Что, все, что ли? Подожди. Сколько? А, смотри, все. Зараженных уменьшается. Уменьшается 8 тысяч, 7 тысяч, 6 тысяч. И все, и они идут, умирают. Симптом тошнота мутировал, а болезнь коронабарона мутировала и приобрела симптом тошнота без траты очков. Ну понятно. Чё тошнота? У нас практически все умерли уже. Все заражены. Все умерли. Практически все. Да, смотри, видишь, заражено и умерло. А здесь что? Здесь никого нет.
Корона оборона уничтожит человечество. Болезнь корона оборона уничтожила мир, несмотря на все усилия человечества. Последние оставшиеся в живых понимают, что они являются свидетелями конца истории. Все, в Канаде никого нету. Все, все умирают, смотри. Тут осталось-то чуть-чуть, вот, все, вот эти страны, которые остались, умирают. Ну и все, в принципе, сейчас все умрут. Все, зараженные уменьшаются. И все, конец истории. Конец истории. Победа. Корона-оборона успешно уничтожила всю жизнь на Земле. Офигеть просто. Просто офигеть. Ну что ж, дорогие друзья, мы прошли эту игру. Сложность была у нас... Сложность генома была сложная, тип игры, основной игры. Сложность средняя была, тип болезни бактерии. И сознание лекарства было на 69%. Время было 1024 дня, и все умерли. Общий счет 5120. Ну что ж, спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И обязательно, перед приемом пищи всегда мойте руки. Особенно, если вы были до этого на улице. Вообще, с улицы приходишь и моешь руки дома. Можно даже мыть лицо, потому что ты же дышишь на улице. И на улице не трогать руками за глаза. Глаза нельзя трогать. Вообще, лицо не трогайте руками. Ну что ж, всем пока-пока. Будьте здоровы.